флагами и воздушными шарами. Жители Одинцовского городского округа приняли участие в первомайском шествии в парке «Патриот». Маевка здесь проходит впервые, поэтому гостей в этом году не очень много. Зато каждый смог провести время с пользой. Для всех желающих организовали бесплатную экскурсию. Этот праздник празднует мой дедушка. На этот праздник мы все собираемся обычно на даче и помогаем ему. А для меня персонально просто это веселый день. Антураж экспозиции парка «Патриот» напомнил участникам акции и о грядущем празднике Дня Победы. Во время экскурсии они осмотрели танки и самоходные установки и даже смогли ненадолго почувствовать себя десантниками. В чем актуальность данного мероприятия? Чтобы люди не забывали это все и лишний раз людям напомнить о том, что это произошло, что это было, и чтобы в памяти людей это всегда всплывало. О Великой Победе не забудут. В ближайшую неделю на территории Одинцовского городского округа состоится множество патриотических акций. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».